Родился 10 декабря 1989 года в селе Сору Лерикского района. В 2007 году окончил среднюю школу села Сору имени Тахсина Джафарова. В 2008-2009 годах пошел действительно на военную службу в спецподразделении внутренних войск Азербайджанской республики. В 2014 году снова пошел он в армию. Эльвин Зафаров был вмечен в спецназа подводной атаки азербайджанской армии. Он участвовал во время Второй Отечественной войны за освобождение Джибраэля Ходжавенда Зенгелана в развязанными вооруженными силами Азербайджана 27 декабря 2020 года. При освобождении оккупированных Арменией территорий героически сражался в боях за свободу Губатлы и Физули. Эльвин Сафаров героически стал шахидом 1 ноября 2020 года в боях под Физули по приказу президента Азербайджана. Эльвин Сафаров заявил особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению врага, при освобождении оккупированной территории, а также за отвагу на военной службе. 10 декабря 2020 года Эльвин посмертно был награжден Карабахским орденом. Распоряжением президента Азербайджана 15 декабря 2020 года Эльвин посмертно был награжден медалью за Родину за участие в боевых действиях по обеспечению территориальной целостности Азербайджана и достойное исполнение своих обязанностей при выполнении поставленных задач. За личное мужество и отвагу, проявленные при участии в боевых действиях по освобождению Физулинского, Зенгеланского, Губадлинского, Ходжавенского, а также Джибраильского района в Азербайджанской республике. Ильхам Алиев 24 декабря 2020 года, также 25 декабря 2020 года, 29 декабря 2020 года с распоряжением посмертно был награжден медалью за освобождение Джибраиля, медаль за освобождение Физули, за медалью Ходжавенда и за освобождение Губадлинской района. Да упокоит его душу Аллах.